специальные приборы, микроскопы, стекла для материалов и измерительные емкости. Для того, чтобы на прилавках были только качественные и свежие продукты, на территории рынка работает специальная лаборатория. Через нее проходит весь товар, который впоследствии отправляется в продажу. Овощам, мясу и другим продуктам питания, которые представят на ежегодной ярмарке «Осенний завоз», также предстоит необходимая процедура проверки. Мы традиционно пригласили поучаствовать в нашей ярмарке большое количество известных в Нижегородской области, Республики Мордовия, производителей мясных, колбасных, молочных и хлебобулочных изделий. Мы порадуем вас сладкими вкусными бахчевыми культурами, фруктами, овощами, сухофруктами, медом. Сегодня многие предпочитают покупать продукты питания в супермаркетах и магазинах возле дома. Это доступнее и выгоднее по цене. Но если поставить во главу угла качество продукта, то, несомненно, на первом месте овощи, фрукты, мясо и молоко от производителя. Организаторы ежегодной осенней ярмарки отмечают, что желающих приобрести свежие натуральные продукты с фермерских хозяйств с каждым годом становится все больше. Все от производителей, все не перепродано тысячи раз, а вот непосредственно с земли, да. А осень, она традиционно своими как раз богатством, плодами, овощами. Тем более, что это лето подарило нам отличную погоду и, как следствие, обильный урожай. Арбузы, дыни, томаты, виноград различных сортов и другие фрукты. На осенней ярмарке будут представлены не только продукты питания, но и полезные товары для начала нового дачного сезона. Для садоводов будет предоставлен широкий ассортимент посадочных материалов. Приглашены полюбившиеся уже горожанами товары народного творчества. Городские рукодельницы поделятся с нами плодами своего труда. Ярмарка «Осенний завоз» пройдет 9 сентября на территории торгового парка АСС с 9 утра до 3 часов дня. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.